Выплаты на ремонт жилья пострадавшего от паводка будут определяться в зависимости от степени ущерба. Такое решение было принято на оперативном штабе, который прошел сегодня под руководством Владимира Якушева. Губернатор распорядился начать выплаты уже завтра, чтобы люди могли быстрее приступить к ремонту своих домов. Кроме того, главы Ишимского, Абатского, Викуловского, Вагайского районов и города Ишима доложили о мерах по восстановлению территории. Во всех муниципальных образованиях вода уходит, за исключением Вагайского района, где Иртыш поднялся за сутки на 4 сантиметра. Здесь местные власти и подразделения МЧС осуществляют контроль за ситуацией.